Привет, ребятушки! С вами Пари Брик Шоу. Ну что, как я и обещал, в этом ролике Леха и Дима Мак будут есть самые острые в мире орешки. По остроте пятые, это от 13 до 16 миллионов сковелей. И короче, тема такая. Друзья, набираем 20 лайков, видео нравится, ставим палец вверх. Если 20 лайков набирается, я выпускаю новый ролик, где новые герои также будут есть острые орешки, пятые по остроте, и страдать. И небольшой спойлер, друзья, скоро на канале буду проводить стримы, не знаю, зайдет, не зайдет, но попробую. Вот немного обучаюсь, ОБС и так далее. Как все настрою, ну, в ближайшее время будут выходить стримы. Так что залетайте на стримы, пишите комментарии, ставьте музычку свою, клипы. Задания скоро будут в описании. Ну и поддерживайте меня, если есть такое желание. И давайте, друзья, всем приятного просмотра. Лёшка. И больше недели назад так рванулся, что так, что вообще капец. Бери сам. Один орешек. Это называется орешек? Это вообще какой-то, я не знаю, пол орешка. Какие-то непонятные субстанции, хер поймешь, как, какого формата или как это называется. Запаха никакого разума. А никакого запаха. Ну, он, сладенький, сладенький. В этом, в перце. Так да. Я люблю в перце, а как он будет сладенький, если он в перце? Только половину. А сладкий перец? Болгарский это самый тут, сладкий. Тут разные перцы. Не сладкий этот перец, да, или что такое? Ну что, ты съел? Сладкий, а что он перчит сразу или там горчит или что-то? Ты жуй. Ну конечно, сейчас подожди, дай мне хоть это самое. Воду, как обычно, все это самое. Ну, перец чили дали какой-то такой прям уж, ну. Сейчас. Ну какой-то серьезный перец. Ты просто его сосешь, что ли, блядь? Или уже проглотил? Ну, сосешь. Ну, рассасываешь. Все, доживайте потом это самое. Успевайте раскрывать. Ну чё, как вообще ощущение-то? Ну как, полный пиздец. Это пиздец. Ради чего, чтобы, блядь, просто, блядь, и посмотрите, как он здесь, блядь. Это тебе, сука, за мои страдания. Где страдания, блядь? Страдания какие-то, блядь. Как? Пока живой. Ну-то не точно, ненадолго, блядь. Вот, я уже слышу, слюнки у него наполняют рот. Ты сглотнул орех-то хоть? Лёха, Лёха, расскажи, ну как? Там раз вот сейчас он загорится. Ты его выплюнул? Какой выплюнул, блядь? А, теперь стиль или как это сейчас? Ну, пойти воды и потом остальное или как-то. Так ты, блядь, воду вылил. Я тебе предложил воды пойти купить сначала. А там еще больше будет гореть. Как правило, от воды, да? Или какой там эффект воды? Да слушай, ну она смягчает, но просто на мгновение, пока у тебя она во рту. Ну вот сейчас пройдет минут через 10. Это же перцовый баллончик, это же перцовый баллончик, вот. Только в виде ореха. Да, ну, ладно. Это правильно, ты сказал. Если это можно все зажечь. То есть если вкусы потом, или там лизать пизду, или еще что-нибудь, ну или сосать хуй, да? Не почувствуешь рыбехи. Это сжигается, просто все сжигается внутри. Это вот ему сейчас смешно, блядь. Пиздец, просто. Там реально можно пойти сейчас карпуз зафиксировать, блядь. И на него написать заявление. А что ты будешь фиксировать? Все фиксировать. Просто ожог это и все это понятно. Ожог, да, ожог это стадий. Ha ha ha.
Ты видел там собака бойцова была без намордника, нет? Не. Блять, пиздец. А что я за машиной так прошел? Ты на нее посмотрел? Смотрел, блядь. Ну как, рот-то горит вообще? А ты как думаешь? Ну думаю, да. Не, ну это ожог всего ротовой полости. Вода попадает на язык. Женщина перестает гореть сразу. Сейчас вот язык. Легче становится. Ты подержал сейчас во рту просто. Жжение сразу че. Ну да. Но потом проходит, тогда начинает гореть. Бля, ну может горло пройдет у тебя? У меня горло хронически с детства, по-моему. Оно никогда не пройдет. Мороженое еще что-то холодное. Вообще не варик. Переохлаждение сразу же, пиздец. Ебать. Там небо, хуеба, там все вот это просто пожар огонь там. У меня таких ощущений никогда просто не было. Не передать с вами. Прочувствовать надо. Да, это точно, это надо прочувствовать. Бля, там и губы горят, и это, и все там все. Вода уходит, вода ушла. И начинается пизда. Что планируешь делать? Ну, если совсем пиздец, скорую надо вызвать, блядь. Я же не идиот, блядь. Стоять вот так. А что ты скорой скажешь? Скажешь, я долбоёб. Съел самый острый орех в мире. Или что? Как ты объяснишь свою проблему? Долбоёб вообще-то ты, блядь. Слушай, друзья, пришло время нашего следующего героя. Это наш экс-герой Дима Мак. Кто его помнит, напишите в комментариях. Поехали. Итак, Димасик, вот вам орешек. Тебе Леха передал челлендж. Думал, что нет. Ты должен его, к сожалению, выполнить. Челлендж нельзя, короче, не выполнять. Все нормально. Да, все, открывай и закидывай. Закидывайся, как говорится. Да, вот смотрите, друзья, Дима уже подготовился. Это, если что, Димон, это какая вода? Святая крещенская вода. Святая крещенская вода. Все? Вот это вот у нас водичка просто кипяченая. Тут просто кипяченая, но это вообще пизда будет, если он кипяченую попьет. Серьезно, может наркотики, нет? Нет, это никакие наркотики, мы наркотиками не занимаемся. Мы против наркотиков. Алкоголь, дай бог. И язык, а под... заедать нельзя. Разгрызай, да? Разгрызай и глотай. Но только... Нет. Ты как таблетку, что ли? Да, и все. А ты не разгрыз? Приход поймал. Самый острый орешек. Чили, что ли? Ну вообще да. Бля, я думал перед. Это YouTube, короче, нам за это подогнал. Вот это, блин. Вот святой водой теперь. Горит все? Да. Хоть не с перцем чили, нет? Ну, там много перцев видов. Там Каролина, Рипер, еще какой-то. Нет. Ты пробовал когда-нибудь такого что-нибудь острое? Нет. Нет? Ну, Биг Мак, бля, с чили. Как ощущения? Блин, жжет все. Он еще говорит, может, нормально. Я до вчера, по-моему, да он что-то, бля, мне кажется, ты его просто проглотил, просто, блядь, и все. Просто не получится. Ну хотя даже если же просто проглотить, как бы, ну. Там никак просто. И все? Все. Надо было такое? А? Только вот это что ли? Да. Понятно. Хуйня. Типа того. Только жжет, бля. На память. Так ну конечно. Жжет, там, горит, там, так память. До сих пор жжет или прошло жжение? Нет. Пройдет, ага. Вот это мягко очень выразилось.
Вот, скромничаешь. Ты скромничаешь, да, или что? Так у него даже соплей нету, блядь. Ты подожди, там эффект. Да, если бы он пошел, мне кажется, он бы сразу пошел. Не-не-не, Тим, там подожди, там время надо. У каждого своя реакция организма. У него же, это же индивидуальная особенность организма. Димон, можешь прорекламировать, кстати, себя. Орехи, что ли? Не, свою магию свою. Да? Вот у нас Димон, черный маг. Да, визитки свои. Вот у него визитки. Мы потом скриншот или фоточку прикрепим. Да, скриншот или фоточку. Чтобы все было четко у нас. У меня вон яйца горели вчера, помнишь? Яйца горели вот здесь. И рука, и подожди. А, и я дотронулся еще, дурак, это самое, до лица. У меня солнышко вчера пекло у нас. Ну да. Лицо горело. То есть буквально контакт с кожей, у меня просто с кожей. У меня как это, помнишь, я говорю, у меня очень чувствительная жопа. Сколько это будет вообще так? Действует. Ну, минут 5 еще. В смысле 5? Вчера сколько? Полчаса? Там? Ну, я не знаю. Ну, минут 10. Хуевал, у всех по-разному. 5 минут, ага. Бля, мне глаза шут. Дай ему противоречие. Так вон у него вода есть. Бля, мне глаза шут. Набираешь. Нахуй ты глаза потер. Не три, главное, ничего. Чуть-чуть. И держи прям. Держи во рту. Набрал воду в рот. Реально тебе говорю. Жжение сразу убирается. Ну да, глаза жжет. Так ты святой водой промой. А, Дима. Бля, я может ослепну еще. Пчела или оса? Ты уже слетает, если что, снимай. Блядь. Все, не, у тебя-то нет. Все. Глаза не трогай. Да не трогай глаза, блядь. Ты же нахуй орешек трогал. И потом руки помочь, чтобы не трогал яйца. Я говорю, яйца еще не горят. Блять, ладно яйца, блядь, глаза не трогай нахуй. Глаза там, в любые, все кожные эти самые. А так, Дим, набираешь в рот воды, держишь просто во рту. И жжение от пожара, ты говоришь просто так, ага. Вчера полчаса ходил, минут 40, наверное. Ну, мы не засекретились, надо было за секундомерчик включать где-то. Вперу, вон, блядь, глаза горят. Блядь, давайте на лицо польем нахуй. Не надо сейчас поливать. Так легче будет, блядь. Как минимум на руки, давай на руки, блядь, полью тебе нахуй. Аккуратно, не надо поснимай, короче, меня. Так, ребят, сейчас давай вот на я руки тебе перенимаю вот это все, сейчас мы. Аккуратно, только аккуратно. И лицо мой. Аккуратно. Вот, перцовый вот баллончик, это перцовый орешек у нас получается. Еще давай. Так, не надо так уже, надо все карты раскрывать сейчас. Нас смотрят просто все. А, Дима, лицо, не трогай, не надо трогать. Понял, глазами ел, что ли, или как? Я не понимаю, да. Яйца не трожь, только не трожь яйца. Ты сейчас не трогал его даже, в руках. Давай еще мой, блядь, глаза мой. Посмотри, вот, салфеткой, блядь, и глаза потри. Это разотереть помогает, я просто... Я не знаю, блядь, я не трогал глаза, нахуй. Так руками глаза просто не надо было, да. Смотри, чтобы хуже не стало просто. А, у нас нет крана с водой просто. Блядь. Вон вода есть, блядь, он... Ну, просто можно там все кожные покровы дарить. Сейчас записку схватите, еще не дабы за яйца, и все. В туалет банально сходишь, у тебя будет все это... Ну, хочу руки помыть. Вот, дерьмо ебаное, да, Димон? Это нормально, пробивает просто там все. Все горит, пробивает. Ну, вроде на вкусовые... Ну, зато пробьет сейчас, да, хорошенько. Нормально. Я же тебе сказал, что он сразу... Нормально, говорит. Там это все, это жопа. Хоть глаза-то пройдут? Да пройдут. Просто время надо сейчас пройдет. Че, какие скажешь вообще, какие что, впечатления? Сейчас я, блядь, как скажешь, здесь камеру выключил, у тебя все скажет. Че у него глаза жжет, все. Салфетка на лице, Дима, я руками не полез, он грязный. Все? Ну сейчас, честно. Ну ты, блядь, Моргенштерн, конечно. Да, Дима, на память.